Привет! У меня сегодня очередная рыбалка по хищнику. Сегодня отправляюсь на один водоемчик, платный водоем, очень капитально зарыбленный, в большой долине, называется Атланта. Прикольный водоем, еще ни разу там не был, но в общем стало интересно, что же там такого интересного, чего примечательного. Знаю, что там очень много мелкой щуки, такой там грамм 600, 300-600 грамм, вот такая вот. Но поэтому сейчас я уже, ну, дошел, сегодня без машины, без ничего, своим ходом добирался на маршрутке. Встал рано утром, понял, что надо ехать чуть позже, потому что сегодня ужасная погода. Точнее, не ужасная, дождь не идет, но туман сильный, поэтому я сегодня чуть-чуть позже. Вот только приехал на водоем, и сегодня буду ловить моим фаворитом Абсолют с тестом, у него тест 5.21. Катушка, флагман сенсор, 2000, шнур 0.08 тут. Что еще можно сказать? По приманкам я буду использовать тут крупную резину. Сейчас вот такой виброхвост большой поставил, но еще не пробовал. Поводок обязательно буду использовать металлический. И флюр за поводком. Здесь буду использовать эта палочка до 4 грамм, флагман Firefly. До 4 грамм, 0,54. Катушка Якусима, 2000. Вот такая вот. Это и шнурок 0,6, не помню какой. Грузики 3 грамма. Просто без никаких поводков. И мелкая резина. Сейчас начну с випера 2-дюймового. Ну, в принципе, вот так. Буду начинать, буду пробовать сейчас. На падение взял. Тихо. Так. Так, шнурочек. Плыви. Только забросил, она падала, падала, падала. Тук-тук. 3. Да, лучше взять пасочек. Да, да. О, не понял. Вот еще осало. Так сколько я тут прокидал уже другими приманками? Наверное, да? С одной взяла. Я хотел красиво. Ловить на лайт, на тяжелый джиг удовольствие, но на ультралайт намного больше кайфа, особенно когда щука или окунь здоровенный. Так, вот наше место перспективное, сейчас будем отсюда щуку доставать. Пацачек сразу поближе поставим, попробуем сначала вот тут. Оп. И вот так вот. Старайтесь не шуметь, когда приходите на новое место. Этот принцип работает не только на озере, но и на этом. На Днестре, на любой реке. Мы ловили так и на Днепре вдоль берега. И крупные попадались, и мелочь. И на Днестре так же самое работает. Попробуем вот сюда. Ого, подача! Нападение видели?
Видели, нападение взяла какая здоровенская. Оп. Была поклевка, но силикон пришел уже, походу, не в негодность. Второй кусок. Вот так вот сделаем. Потому что тот уже вырвали. Бывает нападение, она хватает. Ты что, это столько адреналина? Вот опять. Ультрик до 4 грамм. Как он? Промахнулась, забагранул ее. Хватило. Хорошая. Хороший кабан. Вот такая красотка. Хочу сфоткать ее. Вот так вот на ультрик бывает. Вот такой мама. Взяла щука на миногу, Днепросвинец. Вот такое вот. Тройка. 3 дюйма. И не перекусила. Флёр. До этого на струну на гораздо меньше поклевок. Она даже вот такие вот места. К примеру, заводь, где сантиметров 30-40. Считаются очень перспективными. Вот, видели? Рыбка стоит в таких местах, прячется, ищет что-то себе, корм. И вот он. Ух, какой окуняра! И вот, я же за это и говорил. Смотрите, какой окунь. Как вам такой окушарик? Зачет? Зачет. Опять много выручила. Посмотрим, кто тут еще проживает. Ух ты ж, укунёк такой, после того монстра. Сейчас немножко расскажу о проводках, которые буду применять и применяю. Ну и больше показывать буду. Смотрите, все просто. На щуку лучшая проводка, по моему мнению, считается, вы дали до дна опуститься. 2 оборота, пауза, медленно надо крутить. Иногда быстрее, иногда медленнее. Иногда работает еще удилищем. То есть медленный оборот, пара оборота. И так, раз, два. Раз, два. То есть это уже переходит больше такой легкий твич. Иногда очень работает, смотрите, еще такая проводка. Это несколько вот таких подбросов, пауза. До дна опустилась, раз, два, три, пауза. Это больше и на окуня, и на судака, и щуку, она универсальна. Такая ступенечка резкая.
иногда я делаю stop and go. Ну, английское такое название проводки. По факту делаем быстрый оборот катушки, останавливаем, ждем пока по дна, повторяем. Пока что вот его окунь вообще так порадовал меня. Щучка тоже такие хорошие размерчики. Вот пришли на такое место, тоже перспективно. И крупная малышка придавила бородой. Поставил виброхвост от фанатика. Не помню номер цвета. Такой арбузный. Я бы сказал, это корка арбуза. Удар, и вот она. Мелкощука. Еле-еле она с краешку берет. И вот она. Тогда я тебя отпущу. Успокойся, я тебя отпущу. Я тоже на паузе. Дуплет. Да, да, снимаю. Два дуплета. Ай, не перепутай. Я так возьму. Вот так, ничего, ничего, и два дуплета. У меня она вот такой воблерок. На прогулку. Так, кошак, давай, 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 вперед, вперед. Видите, работает. Поставил вот такую вот приманку. На нее тоже берет. Тихо, 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 не срежь, не срежь, не срежь, пожалуйста. И заглотила. Поставил 4 дюйма миногу на 2-граммовой джиголовке. Такой именно червяк. Червячело. Так, пока поклевок не было. Такие есть, увидите поклевки. Я надеюсь, что она не срежет. Крупная, возможно, и срежет, но... Оп! Вот это красиво было. Схватило. Наживил вот такого вот приманочку, не знаю, что это за лягуха такая,
Может, самоделка, может, покупал ее давно. Очень давно лежит в арсенале. Она благодаря этим лопастям долго падает. Но тут мелко. И вот она атаковала. Нашу приманочку. Вот так вот. Срез. Опять, да ладно. И догнала на паузе. Вот и добрал ее. Сама, давай. Вот и поймалась. Ух, тут играющий помост. Ух, какой мистяк. Тут должна быть щука. Ух ты ж. Нападение. Я как знал, что она там сидит. Хорош. Я не знаю, как я ее буду брать, честно. Она плохо засеклась. Оп. Вот так как-то. Вот такая вот маманя. На этом будем завершать рыбалку. Пацачек, в принципе, не особо и пригодился. Так один раз его чисто под девом запацачил и все. И то больше в полете, чтобы она не ушла и не сорвалась, не поломала снасть. Вот мой пацачек, в принципе, он этим очень удобный. В рюкзак кинул, забыл. Все, на этом будем завершать.